Положительный тест на COVID за прошедшие сутки подтвердился у 127 жителей Одесской области. Из них 56 одесситы и 71 жителей районов региона. Зарегистрировано два новых случая COVID-19 у детей, они находятся на амбулаторном лечении. За последние сутки смертей не зафиксировано, зато побороть недуг удалось 76 нашим землякам. Всего с начала пандемии вирус нашли у 144 514 жителей региона. 3076 пациентов умерло. На лечении в городской клинической инфекционной больнице в тяжелом состоянии находится 59 пациентов с COVID-19. Трое подключены к аппаратам ИВЛ. В регионе продолжается иммунизация. Так, в Одессе за последние сутки первую прививку получили 839 одесситов, а вторую дозу – 1717 человек. Всего с начала прививочной кампании препарат ввели 221 630 лицам, а завершили иммунизацию 95 847 одесситов.